Брещина является регионом с низкой заболеваемостью туберкулезом, с благоприятной эпидемиологической ситуацией и занимает по этому показателю первое место в Беларуси. Однако, несмотря на это, случаи заболевания остаются. Сегодня на учете в областном противотуберкулезном диспансере состоит порядка 500 пациентов. В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом на день площадка у кинотеатра «Беларусь» стала эпицентром всех проводимых акций. Работает пульмоскан для того, чтобы каждый желающий мог сделать флюорографическое обследование. Чем раньше выявляется туберкулез, тем быстрее он излечивается. У любого человека, имеющего при себе паспорт, была возможность пройти флюорографическое обследование на передвижном рентгенаппарате «Пульмоэкспресс», а также получить консультацию специалиста. Эта услуга пользуется успехом, и по опыту прошлых лет от 80 до 100 человек ежегодно проходят такое флюорографическое обследование. Ну и выявляются проблемы у некоторых людей. Организаторы акции – Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, областной противотуберкулезный диспансер и городская организация Белорусского общества Красного Креста. Волонтеры-краснокрестовцы провели информационную кампанию с населением, а также подарили всем прошедшим флюорографическое обследование – белую ромашку – символ борьбы с туберкулезом. Белорусский Красный Крест реализует очень много направлений деятельности. И одним из направлений является это профилактика, профилактика заболеваний, то есть пропаганда здорового образа жизни. И ежегодно в этот день, Всемирный день борьбы с туберкулезом, Красный Крест совместно со здравоохранением проводит профилактическую акцию. Кроме того, волонтеры городской организации Белорусского общества Красного Креста в день акции провели традиционную кампанию по сбору средств больным туберкулезом.